Трагедия на улице Ароновой. Директору управляющей компании предъявлено обвинение в гибели от угарного газа 4 человек. До 20 ноября вернутся все. Местные туроператоры рассказали, когда отдыхающие в Египте саратовцы возвратятся домой. В ЧП готовы. Для устранения аварий на тепломагистралях в регионе будут созданы 300 мобильных бригад. Об этом не только расскажем в программе новости РЕН-ТВ «Саратов» в 19:00.